Мое мнение о предвыборной гонке в Украине. Сегодня началось нападение на Анатолия Гриценко, который посмел баллотироваться и критиковать власть в Украине. За 5 лет в Украине не начали расследовать хищения в армии, которые происходили с 91 года. А в данную минуту, через 5 лет прихода к власти, этой власти, началось расследование и создание комиссии тимчасовой Верховной Раде. Это просто насмешка. Они боятся даже Гриценко, который явно не пройдет в президенты, но который поднимает бучу и высказывается против этой власти. Последнее время все, кто высказывается против этой власти, терпят какие-либо гонения и притеснения. На всякого, кто высказывается против этой власти, пытаются найти какой-либо компромат и сразу приводят в действие репрессивную машину, которая хоть минимально может подавить этого человека. Все это происходит из-за того, что эта власть хочет удержаться у власти и пытается любимыми методами этого достичь. Я не являюсь поклонником Гриценко, но вижу, как власть ополчилась на него и пытается ставить ему подножки. Это просто насмешка. Этой власти, где бывшее, большинство из которых бывшие, пытаются осудить такого же, как они. Тогда всех министров и кто был при власти чиновникам, нужно проводить расследование и искать у них, чем они делали слабую Украину. Но этого не происходит, так как это нападение лицемерное. Могу только сказать, своим движением президент Анатолий Гриценко подписал себе бумагу, которая дала отмашку власти его гнобить. Спасибо за внимание, уважаемые зрители.